Начну с информации, которая стала известна буквально час назад. Тело второго пропавшего рыбака найдено. Напомню, двое жителей Ноябрьска отправились на рыбалку на озеро Щучье 5 июня и пропали. До 19 числа именно тогда тело первого мужчины было обнаружено водолазами. Их местонахождение было неизвестно. Сегодня появились новые факты этой трагедии. Тело молодого человека было обнаружено на дне того же озера. Он поднят на поверхность, осмотрен. В ходе осмотра следов каких-либо телесных повреждений на нем обнаружено, на его теле обнаружено не было. Личные вещи при нем, документы, одежда в порядке. Вот. В настоящее время его тело направлено в морг города Ноябрьска для проведения судебно-медицинского исследования.